Привет, я Элизабет Мосс, а я Юмна Марван, я играю Эмоджин, а я Адилу в новом сериале FX «Покров». Хотела бы, чтобы меня звали Эмоджин. Так что сегодня будем отвечать на сложные вопросы, подключившись к детектору лжи. Жаль, не сделали это до съемок, узнала бы, можно ли вам доверять. Может быть, после сегодня приборы детектора станут нормой на съемках. Играем в «Сказать неправду», детектор. Собираешься лгать? Нет, конечно. Дай мне, пожалуйста, твои пальцы. Это измерит деятельность кровяного давления. Хорошо, но я уже нервничаю. Не изменит дела. Ладно, вернется назад к норме. Хорошо. Ты готова? Я готова. Ты, Элизабет Мосс? Да. Мы в Париже, Франции? Да. Ты сидишь на стуле? Да. Ты заправила сегодня постель? Нет. Она говорит правду. Так. Сериал «Покров» снимался в разных городах мира. Где тебе больше понравилось сняться? В Париже или Стамбуле? Париж. Хорошо, да. Да. Ладно, да. Думаю, мы сошлись. Да. А что в Париже понравилось больше? Я имею в виду, что обожаю Париж. Архитектура города прекрасна. Парки, солнце. Он великолепен. Великолепен. Да. И потом, возможность снимать там – это… Да. Безумие. Хорошо, следующий вопрос. Хорошо. Считаете, хорошо держите тайны? Да. Да, ладно. О, нет. Ну, теперь вы меня судите? Давайте с реакцией теперь определимся. Вопрос хороший. Когда пишут про вас в интернете, комментарии читаете? Стараюсь этого не делать. Стараюсь этого не делать. Что у людей на это время? Ладно, а в реальной жизни с кем бы скорее подружились? С Джун или Имоджин? О, правда, хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Думаю, с Имоджин. Да. Да, да. Хорошо. А по-вашему, Имоджин прижилась бы в Галааде? Да. Почему? Ведь она обучена и опытна. Ей бы удалось влиться в сопротивление. Думаю, все бы хорошо сложилось. Вы же талантливая балерина. Не знаю, как получилось, но я танцевала. Танцевать тебе больше по душе или играть? Ох, сейчас игра, потому что я занимаюсь ей. Но в молодости мне нравилось танцевать, сейчас уже не могу. Она говорит правду. Это ужасно. Это так осуждающе. Ты играешь шпиона в долине. Думаешь, в жизни была бы хорошим шпионом? Я думаю, что да. Я думаю, что была бы хорошим шпионом. Извлекать информацию естественно. Заставить другого человека говорить. Да, да. Как Эмоджин делает это с Адилой? Ты тренировалась драться? Нет. Пожалуйста, не ври мне. О, значит, я солгала или сказала правду? Ты сильно зашкалила. Я зашкалила? Я солгала? Во время какого раздела? Во время какой части? Первая часть вопроса. Так что, может, я не была бы хорошей шпионкой, но это просто мое мнение. Я бы не стала врать о своем мнении. Итак, последний вопрос. О, тебе понравилось проходить этот тест на полиграфе? Нет, нет, нет. Мне нравится с тобой разговаривать, но это меня очень нервирует. Вот и странно, ты вроде лжешь. Тебе это понравилось, правда? Нет, я бы не стала. Мне немного нравится, потому что мне нравится общаться с тобой. Это забавно, но делает меня нервной. Это заставляет меня лгать. Я говорю правду или вру. Было весело и нервно. Очень похоже на наш новый сериал «Вуаль». Смотрите сейчас только на Hulu.